В московском зоопарке впервые родился детеныш большой панды. А пока малыш набирается сил, столичной публике показали других животных, которые появились на свет этим летом. Мои коллеги с подробностями. В московском зоопарке пополнение. Этим летом здесь на свет появились сразу два малыша. Один у пары сычуаньских токинов, другой в семействе овцебыков. Спустя пару месяцев, когда детеныши окрепли, их показали столичной публике. Беременность проходила спокойно, так как теленок получает с молоком фактически все микро-макроэлементы. Это самки во время беременности и во время лактации дается витаминно-минеральная подкормка специальная, дополнительная, чтобы потомство нормально развивалось. Помощь зоологов при родах самки овцебыка не понадобилась. Малыш родился под открытым небом. Сейчас он активно набирает вес к зиме. За 3 месяца детеныш поправился почти на 50 килограммов. Кипер назвали его Фунтик, потому что он такой, он все-таки опрятный, но очень любознательный, везде лезет. В случае чего сразу, ну как в принципе все молодые у себя овцебыков, прячется за матерью, за другими обитателями экспозиции. Детеныши же сычуаньских токинов, кипера или смотрителя зоопарка между собой называют традиционным китайским именем Лин. Это связано с родиной краснокнижных животных. Сегодня представителей этого подвида можно найти лишь в провинции Сычуань. Отца Лин привезли в прошлом году из Центра воспроизводства редких видов животных, а мать продолжает местную линию. Ее папа – знаменитый токин Кракен из московского зоопарка. Сейчас здесь содержит сразу 4 краснокнижных животных. Вместе с новоиспеченными родителями и малышкой живет ее бабушка, подруга Кракена Руб. Рацион у малюток разнообразный. Детеныши овцебыков и сычуаньских токинов постепенно переходят от материнского молока к привычной для взрослых особей растительной пище. Пробуют ивовые ветки, зерновые смеси, свеклу, морковь и яблоки, которые находят по всему вольеру. И сейчас также уже, в принципе, употребляет процентов 40-50 взрослых кормов. То есть мать кормит 50 на 50. Но еще примерно месяца 3-4, а то и 5 она будет еще молочным скармливанием. В России сычуаньские токины размножаются только в московском зоопарке и питомнике при нем. С 2009 года, когда в экспозиции впервые появились эти краснокнижные млекопитающие, здесь родилось больше 10 особей. Подобные цифры показывают и овцебыки. Спустя год-полтора, когда детеныши подрастут, зоосад будет принимать решение о переводе копытных в другие экспозиции парка или обмене редкими животными с зарубежными коллегами, чтобы не прерывать популяцию. Александра Столярова, Никита Дмитров, ТВ БРИКС.